принесли такую головку от Toyota Touring Hiace, двигатель 3FE. Принесли поменять колпачки маслосъемные и посмотреть клапана. Ну, клапана вроде вот эти три цилиндра работают, вот этот не очень. Ну, сейчас разберем, посмотрим. Я Вадим. Ставьте палец вверх, если вам нравится, и подписывайтесь. Поехали. Красухариваю сейчас клапана. Берем тряпочку. Подкладываем под клапана. И трубочкой, маленькую трубочку подобрали под клапан. Затолкали тряпочку, чтобы у нас сухарики через верх не выскакивали. И вот так вот вытаскиваем. Так, теперь вытаскиваем маслосъемные колпачки, пока клапана еще стоят на месте. Пассатижи вот так вот подточены у нее, чтобы зацеплять колпачки. Поджимаем и отверточкой поддеваем. Вот так вот вытаскиваем. Так, ну колпачок что у нас уже жесткий. Даже он не продавливается. И все, сейчас все остальные также вытащу. Так, теперь смотрим клапана. Сразу проверяем, болтаются или нет. Ну, впускные нормально не болтаются. И они так чистенькие вроде. Так, вот есть некоторые точечки. Вот точечка. Не видать, да? Так, ну мы сейчас, чтобы потом по порядку сложить, чтобы потом в эти же места их поставить. Снимаем выпускной клапан. Так, и что у нас тут вот? Вот клапан вот в таком состоянии. Надо их пришаркивать. Так, и также выпускные, смотрим, тоже болтаются, нет. Проверяем. Ну, все ништяк.
Ну и этот тоже клапан. Все черные в крапинку. Ну вот так вот все клапана выставили на планку по порядку, чтобы они потом на эти же места встали. И сейчас помоем клапана, нагар весь чистим с них. И блок, головку тоже вымоем всю. Так, берем шуруповерт, клапан, зажимаем вот самый-самый край шуруповерт. И берем обычную железную щетку. И все чистенько. И здесь также. Все, и здесь чистенько. Сейчас еще шуркануть, чтобы вот это вот слетело. Все, и так сейчас все клапана почистим. Так, и пока головка у нас в ремонте, вот так зачистили все клапана. Сейчас надо приклеить сюда у нас пятачок. Вот такой вот, с прорезью, чтобы притирать потом клапана. Вот так вот. Приклеивать будем на обычный битум. Сильно нагревать не надо, чтобы было горяченький, чтобы расплавить битум. И все, и берем пятачочек и приклеиваем. И все, сейчас все так клапана приклею. Так, ну вот, привезли головку. Все прошли. Все ништяк. И сейчас будем притирать клапана. Ну, не притирать, а освежить гнезда, чтобы убрать все вот это вот. Все крапинки вот эти вот, чтобы все было гладенько. Притираю вот такой пастой. Наносим на клапан. Вот так вот, чтобы было. Подобрали пружинку, чтобы на клапан надевалась. Вставляем, и чтобы клапан у нас доставал до посадочного гнезда. Берем дрель ручную. Вот такая вот лопатка на краю, для чего пятаки приклеивали. И поехали. Вот так вот 2-3 оборота вперед, 2-3 оборота назад. Все, протираем клапан. И смотрим,
чтобы у нас было чистенько все. Все, никаких раковинок нету. Все чисто. Все, и смотрим, здесь у нас все. И здесь все чистенько. Даже еще можно разочек пройти. Вот здесь вот что-то не очень. И вот все по кругу должно быть все чистенько, чтобы не вот так вот было. Все, сейчас я все не буду уже показывать, как прохожу. Сейчас все пройду. Так, ну вот так вот все притерли. Все. Все у нас гнездышки чистенькие. И у клапана тоже чистенькие. Все, сейчас снимаем пятаки, моем солярки от битума. И промыть надо головку. Потому что вот здесь вот паста остается, бывает, когда притираешь. И направляющие ёршиками надо пройти. Сейчас все промоем. Так, ну вот все отмыли. Отмыли от битума все. Все клапана. Выставили их также по порядку. Здесь начало и вот здесь начало. Промыли здесь все. От пасты, от всего. Все, сейчас будем вставлять. Смазываем ножку маслицем. Так, это у нас выхлопной. Берем кардонку и переворачиваем головку. Чтобы уже не покорябать головку саму и клапана, чтобы не выпали. Так, приобрели вот такие колпачки маслосъемные. Почему-то одинаковые. 1883 и 1883. Что впускные, что выпускные. Может, так и должно. Все, теперь одеваем маслосъемные колпачки. Так, теперь берем головочку на 10 и защелкиваем их. Два щелчка. Так, и теперь заряжаем головку, вставляем пружины. Сперва вставляем шайбы вот такие. И теперь приготовили сразу пружину, стаканчик поставили, ну, шайбу эту. И сразу сухарики вставили. Берем свечной ключ на 16 и резинку. Выставляем ровненько. Ага. Берем тряпочку. Подкладываем под клапана. Чтобы они не нажимались. Теперь берем резинку и ключ. И все, так вот вставляется. Так, все, засухарили. И теперь, чтобы на место встали сухарики, приподнимаем головку, чтобы не попасть по столу. И маленьким молоточком по чуть-чуть простучать. Ну вот, в принципе, все готово.
понравилось видео, ставь палец вверх и подписывайся. Все.